Я увидел, как она идет сама по улице. Я ее сзади догнал, схватил за сумочку, дернул раз, она сначала не отпустила. Потом дернул второй раз, выхватил ее. Увидел, как она упала, я побежал во дворе вместе с сумочкой. И документы, зонтик, еще что-то, перчатки. Я забрал телефон и 30 рублей. Я стоял возле подъезда, курил. В подъезд заходила девушка. Я увидел на ней сережки золотые. Забежал за ней. Между вторым этажом схватил ее сзади. За шиворот. Она вырвалась, схватила меня за капюшон, начала бороться со мной. Я все равно сумел вывертеться. Вырвал у нее одну сережку и убежал с подъезда.